Золотая осень – самая масштабная выставка достижений отечественных сельхозпроизводителей и насыщенная деловая программа. О проблемах, достижениях и перспективах. В 2018-м форум отметил свое 20-летие под девизом «Возможности вне границ». В этом году вектор выставки – устойчивое развитие сельских территорий. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране было высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным. В четырехдневной программе 50 мероприятий для экспертов, отрасли, производителей и представителей органов власти. На стенде Ульяновской области в первый же день подписано 7 соглашений. Одно из самых крупных касается строительства в Теренгульском районе фабрики по производству инкубационного яйца. Это 180 новых рабочих мест и инвестиции в размере почти 7 миллиардов рублей. Второе соглашение о строительстве двух птицеводческих ферм в Новомалытлинском районе. Мы подписали соглашение с губернатором Ульяновской области о развитии птицеводства в Ульяновской области, а именно о строительстве двух новых современных птицеводческих ферм вместимостью каждой по 45 тысяч голов. В дальнейшем это создаст плюс 25 рабочих мест. Также подписан документ о развитии рыбоводческого направления в Старомаинском районе. Предметом соглашения является взаимодействие сторон по реализации комплексного инвестиционного проекта на территории МАО «Старомайский район», включающего в себя строительство причальной стенки элеватора, развитие прудового хозяйства с целью воспроизводства водных биологических ресурсов и выращивания осетровых, форелей и других ценных пород рыб. Главная агропромышленная выставка страны завершится 12 октября.